Всем привет. Привет. 5 октября, понедельник. Мы как будто с вами и не расставались. И поскольку сегодня понедельник, сами понимаете, что в лесу должно быть уже пусто. Вчера просто аншлаг был на болотах, да и не только на болотах. Так что, что найдем, это будет чудо. Если что-то найдем вообще. Кругом слышно, как хлопают двери автомобилей вокруг нас. Катя расстраивается, но я ее успокаиваю. Говорю, что это каждый год так. Вы можете увидеть в моих предыдущих роликах, что я постоянно окружен грибным десантом. Но это не мешает мне находить таких красавцев. Смотри, Катюша, какая радость нас тут ждала. Возможно, не все выходные, но я не думаю, что он за ночь прям вылез. Ну, подрос 100%. Красавец. Спасибо тебе, болотце. И Катюшеньке подарочек преподнесло. Да? Ну, этот, может быть, и за ночь вытекнулся. Вот такой пупсичек. Бери. Ой, я ему... А этот, может, и за ночь. Похож на что-то. Тихо. Сегодня принцессе вручил ведро, так как надоело быть корзиноносцем. И заодно появился дух соревнования. Береги глазки, Катюша. Ты решила лечь на ветке, да? Ой, вот смотрите какой. Вот такой вот. Молоденький. Угу. Ну, это уже известная всем местность. Тут вытоптана тропа. Что, Катюша уверенно лидирует. Ой, тут их два. Вот, блин. А я нашла раз. Так они такие мелкие. Два. А куда ты идешь? Так, сейчас я... Чё мне ничего не попадается? Не знаю, а как я туда залезу? Знаешь? Наверное, буду сам ездить. Подожди, я тебе залезу. И не залезешь, наверное. А где он хотя бы? Вот. А, ну да, маленькие, которых вчера не было видно. Ой. Ой. Сегодня грибалочка обещает быть сложной. Вон, смотри, какие вон. Я тоже кепку надо носить, Катюшенька. Так. Малыши. Держи, я пошел дальше. Да. Даю фору ей пока что.
пусть думает, что она выигрывает и расслабится. О-хо-хо-хо. Вот, Катюшенька, и я нашел. Тебе на радость. Надеюсь. Мы будем, посмотрим. Посмотрим, в чем я буду выигрывать. В объемах или в количестве. А тут рядышком совсем еще торчит. Наверное, все-таки будем по количеству меряться. Дима рано радует. Ибо я дошла. Еще два. Вон, смотрите. Эх. Сейчас я обойду с другой стороны. Покажу вам. Я знаю, как ей насолить. Самое неприятное, когда грибы находят за тобой. Вот. Пришла я. Вот, друзья мои, ночной, наверное, совсем крохотный. И мой ночной каприз. Ой, вы посмотрите. На полянке. Никто его не нашел. Никто. А я нашла. Ох, какая нога. Класс. Остановилась я вот тут вот. Только что нашла этот грибок. Хотела его почистить и поворачиваюсь назад. А тут. Смотрите, какой коротыш. Манюсенький. Так мне, наверное, в 100 раз тяжелее что-либо отыскать после полчищ грибников и натренированной Катюши. Катюшенька, а у меня тут радость. Двойная. Думаю, это и есть ночнички, грибочки. А это вообще ой, отвалилась шляпка. Подосиновик белоножковый, стало быть. Ой, я уже разуверилась, что мне что-то попадется. А нет. Красавец. Смотрите, какой замечательный. Какой. Класс. Ох ты. Вот почему, друзья, говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Даже если вчера все пособирали, то за ночь родятся новые. Кать, это ты там ветками хрустишь? А то я начал уже переживать. Катя со злобы хрустит ветками, потому как кубок первенства
пока держу я. Ну-ка, зайчик, покажи, что у тебя там уже. Я думал, я побеждаю. Жиденько у меня как-то. Ты знаешь, о чем свидетельствует такой размер, Катюша? Какой? Ну, вот так, что они все такие молоденькие. О том, что мы еще пока находимся на гребне грибной волны. Еще пока они не отходят, а продолжают свой рост. Несмотря на отсутствие дождей и присутствие саранчи. Да, саранчи в виде грибников. Вон, иногда осиновый красный лист бодрит не хуже утреннего кофе. Идешь с полуопущенными шторами уже на полусогнутых. И только раз. А это листик. Пойдем на чужие болота. Пока перемещались на другую локацию, увидели с пятерку машин, наверное, да? Ну ничего, мы полагаемся на свое зрение, чутье и удачу. Да, Катюш? Невесело промычала Катюша. Такие интересные трубчатые камыши. А вот грибы едят гриб. Уютненько здесь. Травушка, как перинушка. Стоит довольствоваться только таким. Ух ты! Я думала, он вообще маленький. А он еще, смотрите, какой пузатик. Уже расстроилась, когда увидела вот эту шляпку, смотри. Ага. А потом? Прикольный, да? Смешной. Я думаю, о, это фигня. Он решил поправляться, не вылазя из земли. На месте, где прошлась Катюшенька, где пробежали грибнички, я увидел вот такой вот подберезовик. Молоденький, свеженький и коричневенький. Кто бы сомневался, частичок. Хочется как-то разнообразия грибного. Хотя это, наверное, звучит нескромно из моих уст для тех людей, у кого сейчас совсем не шиша. Вот, несмотря на достаточно уже прохладную погоду, стрекозы продолжают жениться. Смотрите, как красиво. Белая береза, вот она. И вот такой красавец. Вот, смотрите. Класс. Папоротник уже желтеть вот начал местами. Смотрите, как прикольно. Ой. Экземплярчик. Сейчас такое время, что приходится довольствоваться малым. А! Даже таким рады, малюком.
Я вот сейчас хожу, 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 нахожу таких маленьких грибочков. Знаете, у меня мечта найти большого. Я, конечно, понимаю, что это не очень реально после выходных. Но так хочется, прям, ну, очень. Я вот хожу, все думаю, думаю. Я, конечно, знаю о том, что мысли материальны. И все случается так, как мы думаем. Так вот, интересно. Да. Поможет мне сегодня это или нет? Ух ты, бугорочек. А здесь сидит подосиновичек, не видавший солнечного света. Иди сюда, мой малыш. Я покажу тебе мир, Катюша. Да. Я покажу ему свой внутренний мир. Наконец-то, Катя. Улыбнулась удача грибнику. Такой немаленький. Вон там в кущерях торчит. Сейчас буду туда пробираться как-то. Он меня ждал. Спрятался как можно глубже, чтобы его никто не нашел. А кроме меня. Это мухоморчики, дорогие друзья. Так что не думайте. А что сейчас, сезон вонючек клопов, что-то воняет пипец тут. Особенно когда нагибаюсь. Приближаюсь. Вы помните о том, что я вам говорила, что мысли материальны, и то, чего ты очень сильно желаешь, обязательно сбудется. Так вот. Ты что, такое говорила? Да. Вот смотри, я желала встретить огромный грибочек. А встретил его я. В одну-то сковородочку. Как вы думаете, считается это или не считается? Что сбылась моя заветная мечта? Как ты думаешь, Дим? Я думаю, да. Я думаю, мы просто желали одного. Сила мысли очень интересная. Осуществилась. Ну такой, уже наконец-таки такие. Да, наконец-таки, да. Размерчиков неплохих. Люди, которые здесь лазили, пусть полюбуются, что они пропустили. Кать, а как у меня материализуется, когда ты проходишь, чтобы сделать тебе совсем приятно, я нахожу. Ты представляешь, Кать? Ё-моё, это просто эталонный подос. Сейчас я покажу, не уходи далеко. Катя, не уходи. И тут еще один. И еще один. Слышишь? И еще один. Смотри. Вот один, как тебе? Как тебе? Иди сюда, пожалуйста. Не, ну все правильно, ты добра мужу желаешь. Смотрите, это был один. Это второй. Это чисто. Вот они ждали меня. Их даже тут два. И вот, смотрите, какие два вообще замечательные. Сейчас. Опа. Сюда пока поскладываю. И вот. Травка очень густая. Тяжело просматриваемая. Вот, ну такие красавцы. Просто шикарные. И вот, смотри. Кать, ты недалеко же шла? Сейчас попробую вылезти отсюда. С грибами. О. Слава тебе, Господи.
слышится гул машин. Так, а что ж тут дальше еще? Тут еще какие-то грибочки. Но я их, к сожалению, не знаю. Может, вы знаете, друзья. Вот какой-то. Ну, черви уже. Вот такие. Червивые. Там вот большие есть экземплярчики. Как я рад, как я весел. Вот такая радость у меня сегодня на данный час. Идем же дальше. Кать! Зову-зову, не откликается. Я знаю, с чем это связано. Это связано с досадой. Да я шучу, наверное, просто не слышит. Ветер такой. Ох, наконец-то. И не улыбнулся дальше. Вот такой. Экземплярчик. Итак, мы закончили обход наших заветных болотец. Тут уже людей пробежало. Короче, какой результат? Катарины результат. И вашего покорного слуги. Кто бы вы думали, еще должен выиграть в этом забеге? Будем считать, Кать? Или так отдашь мне победу? Нет, ножичек. На. Так отдашь победу? Не, мы сейчас еще сходим в одно местечко. Рядышком тут. И тогда уже подведем итоги. Угу. Не расстраивайся. Вот результат наших корзин. Они... Их много, просто они маленькие и свеженькие, что добавляет им ценности. Сейчас мы проверим еще одну локацию. То и дело, нос к носу стыкаемся с грибничками. Навстречу нам мужичок прошел. Катюша не даст сбрехать. Я надеюсь, что мужичок был не столь внимателен, потому как он шел и лускал семки. Катюша вырывается вперед. Ой, блин, я не могу. За что получает веткой по лицу. Так вот, друзья мои, до чего доводят семки. Они приводят к потере внимательности. Смотрите, какого красавца пропустил мужичок. Толстоногого. Красавца. Ой, и сколько радости он оставил мне. Под осинище. Как тут и лежал. Слушайте, кажется ли мне, или это на самом деле? Смотрите, какой беленький. Я уже, если честно, думала, что я тут ничего не найду, поэтому с собой ведерко не брала. Ау! Но нет. Улыбнулась мне удача. А вот плютей оленей. По всей вероятности. Но я его брать не буду. Возможно, кто-то его собирает. Ежели его вообще можно кушать. Ну это мы с тобой как бы нашли. Один маленький я нашел. Вот этот? Ну это твой, а мой тот, что повыше. Люди просто не видят их. А мы видим, да, Катя? Сейчас покажу. Катя нашла вот ентот. А этот я увидел оттуда.
первый, конечно же, мой будет срываться, выкручиваться вот так. У Кати покрупнее экземпляр. Вон куда нога идет. Нога, как вы можете видеть, в капельках влаги. Крепенький. Да? Да. На. Испытай, как этот Лисичкин говорит, грибной оргазм. Да, там много машин ездит. Ну вот, друзья, наш результат двухчасовой прогулки. В большей степени здесь грибы ночнички. Те, что именно ночной урожайчик. Каждую грибалочку проверяем наличие белых. Здесь обычно белячки попадаются, но нету, друзья, еще спят. Вот такая получилась грибалочка, дорогие друзья. Спасибо тем, кто был с нами. Кирпич лежал. Всем крепкого здоровья, радостного настроения. Не забывайте подписаться на мой канал. И всем пока. До новых встреч.